It's playing time. Мне жаль, Анна. Ну вот, Том. 2 больных, 1 лекарство. Хэнсон, поторопись! У тебя задание, время подходит к концу. Я знаю. Давай договоримся. Я достану записи, а ты позаботишься об Анне. Вытащи ее отсюда. Жесткая игра, Хэнсон. Ладно, договорились. Хорошо, я иду за записями. Блять, what the fuck is this? Всем алоха, дорогие друзья, меня зовут Павел, это канал Stone of Play, мы играем в Cold Fear, мы спасли Анну, как ты только что мог увидеть. Тут опять что-то с тенями, я не знаю, тут в темноте как будто какой-то трэш происходит. Мы ей вкололи, да, я же говорил, у нас одно лекарство, 2 этих. Просто начинается, ты видел, да, вот эту видеозаставку, когда там идет жесткая экспрессия, такая, он прям руками машет, а такой голос тихий. Ну все, Том. Блин, это ранние ролики, да, они такие. Найди лаптоп Камского, я должен найти комнату отдыха ученых, лаптоп Камского должен быть не комната. Так, комната отдыха ученых, а я помню, где она. Она, блин, за этой... Стопэ, подожди. Она за туннелем водяным. Бля, а мы откуда пришли? Мы пришли отсюда же, да? Ну ладно, чё мы стесняемся? Прям посмотрим. Все, идем обратно. Посмотрели, идем обратно. Так, куда Анна делась? Я потерял сознание, она ушла. Нахера? Что, опять какие-то невидимые хероборины, да? Ну, в пару, мне кажется, ее видно в пару. Че, обходит меня, что ли? Ты че, меня, блядь, обходишь, что ли, блядь? А, видишь, она типа отъехала, типа она не умерла. Но я не... Блин, что тут с текстурами? Ты посмотри, что за тени, блин. Такое чувство, как будто там часть студентов собралась, решила сделать игру. Пар вообще непонятно, он работает, не работает. Что за камера? Это что за банька? Ладно, непонятно. Непонятно. А подожди, а вообще что мы тут делаем-то? Подожди, тупик, серьезно? Я думал, тут сквозной какой-то. Да что у тебя с камерой-то? Это драматургическая камера. Ну, у меня много вопросов. Зачем мы сюда пришли здесь? Даже записки нету никакой. Потому что у меня просто тоже глаза это того. Подожди, куда ты смотришь? Давай посмотрим, куда ты смотришь. Ты смотришь на вентиль. Окей. Все, это все, что ты можешь здесь. Ладно. Я все, я просто так. Просто нахера они вообще сделали эту дверь? Так, а что еще раз найти? Ну, комната отдыха, но она заперта на замок. Схерали, сейчас у меня получится ее открыть, если я код не знаю. Ну, что там еще? Кто там еще, блядь? Там еще вручит, блядь. Вот этот не взрывался замок, давай, взрывайся. Давай, видос как скрипт, я уверен. Ладно. Мы сейчас выходим, здесь громилы. Мы опять разбираемся с громилами. Нам теперь вниз надо спуститься, вы же понимаете, да? Чуть-чуть, блядь, еще там дышишь. Он на меня смотрит, что ли? Нет, показалось. Показалось. Причем он на газ не ведется, если стрелять в пол. Он не ведется на газ, если в него ось попасть. С гарпунчика. Блять, ну ты тормозишь, конечно, жестко. Так, я думаю, нам нужно в туннель идти. Потому что там я не помню, что там, по-моему, этот... Да, комната с этими подопытными. А это что такое? А там закрыто. Все, я вспомнил. Значит, идем. Ну, туннель вообще должен был лопнуть, насколько я помню. Или это просто типа, чтобы меня напугать? Видимо, лифт застрял где-то наверху. Мне нужно попасть в главный модуль бурения. Угу. Подожди, ты мне предлагаешь вот этот весь круг наматывать опять? А у меня же столько времени нету. Ёпт, ну, это не я придумал левел дизайн здесь и такой сценарий, блин. Как бы, я сейчас заходил в этот туннель, там лифт. Я на нем поднимался и... Да что на него смотришь? Я на лифте поднимался бы и сразу упирался в зараженный этот жилой сектор, где этот комната отдыха ученых. Ну нет же, блядь, не надо идти через всю нефтяную платформу, блин. Да что ты постоянно стучит в заход? Что, блядь, что за звук постоянно, будто стекло разбивается? Не пугай меня. Может, тут какая-то заставка должна быть, я не знаю. Тут никто это, не помогите спасением, не хочет? Ёпту, блядь. Я, блядь, столько вопросов, так мало ты, да какого хера ты делаешь? Да, блин! Насколько... О, хорошо, хоть дал мне встать. Культурные мобы обожают. Да, блин! Да что ж ты не стреляешь-то, блядь? С ебучих автоматов, блядь. Блядь, никак не бесит управление в этой игре. Да, кто там мне в спину стреляет? Кто? Что? Ты тут, блядь, отсосись. Ну, автоматическое оружие самое нормальное. Особенно в борьбе с такими ребятами. Из пистолета ж мне по нему стрелять. Но я молча горю, да, чтобы особо не полыхать. Ну, шо. Подожди. А, это выход наружу, вот бурение. Блок бурения. Там все. Так, собрались. Том, ты в порядке? О, Анна. Нет, я должен обязательно сомневаться, когда я тебя. Ты погибнешь! Возможно, но ты будешь безопасен. Блядь, это классно, вместо того, чтобы убить рядом лежачего парня, который меня мог отпиздить, он взял, начал лутать патроны. Гениально, да, гениально. Так, ну пафосная речь о том, что мы опять спасаем всех и про то, что нам не нужна помощь. Только не понял, как она нас спас. Блять, там что, сзади кто-то? Ты, блять, откуда нарисовался? Ты херон лупит, просто подходит и работает, как газонокосилка, блин. Мне уже реально аптечка нужна. Так, подожди. Медпункт и... А что, хоть она не взорвалась? Все, я готов. Мне похер, да. Я буду с калаша стрелять как дикий. Как дикий из Таркова. Да, в лазарет. Мне надо в лазарет зайти, потому что тут все херово. Ну... Я чуть-чуть хочу сказать, что даже, блин, вот эти лазареты оружейные, которые здесь сделаны, они, блядь, где-то посередине, как бы, если все херово, бежать к ним по сюжету так далеко, ну, не знаю, ладно. Кривой шаг, как по мне, ну, да ладно. Можно было сделать, просто аптечки развесить по уровням и все. Давай, сейчас опять сюда какого-нибудь качка киньте мне. Блядь, нет, вы тут мне джигурд, блин. Ну понятно ж, сзади, конечно ж, блядь. Почему, блядь, их с двух сторон не кинуть? Ой, разработчики. Не, ну что отмечу, что атмосфера в этой игре есть. Ну как в Dark Souls, блядь. Вот, я говорю, я эту игру буду сравнивать с Dark Souls. Атмосфера есть. Как там, графон есть, блин, херово там. Атмосфера есть, графон есть. А управления нету. Все равно тебя считают нормальной игрой. Странно. В нашей жизни все странно. Так, нам сейчас как-то тут обходить надо или не надо? Что-то пред налево смотрю. Ой, ёпта, это что такое? Нет, просто кажется. Просто ничего там не будет. Блять, просто бежим, просто нахер. Может, показалось? Блять, ладно. Ну, я... Блять, ладно, я понял, нам какая-то хера болен. Так, здесь сейчас будет эта бегающая тварина. Где мой этот... Где мой харпун на тварин? А, стопэ, куда нам идти? Нам на... Вот в эту дверь же, да? Правильно? Прямо. Вылази, блядь. Я чувствую, ты где-то рядом. Ладно. Ладно, как скажешь. Так, ну вот этот лист, о котором я говорил, вроде бы. Я, правда, уже что-то не уверен. По-моему. Сейчас мы спустились вниз. А, нет, мы сейчас куда-то... Вот, да, к жилому этому, да, все. Окей. Да, да, здесь... Ну, я не помню, сейчас тут какой-то круговой путь будет, и мы там упадем... А, мы сейчас к этому чувачку упадем как... Ёпта, блин. Чувак, а тебе нормально, да? Легко убивается, просто на изи, но проблема в чем? Зачем тут столько бочек на втором этаже? Если ты бежишь, он идет за тобой и их взрывает и умирает, что ли? По такой схеме? Ну вот, ты мне что, предлагаешь вниз падать? А я вот туда лутал, нет? Эта чертова дверь застряла. Блин, я помню, что если мы упадем... Если мы потом еще вот... Надо... Ну, сейчас, там по-любому этот скреш что-то делать будет. Как бы они не могли просто так здесь от этого... Какого-то демона из дома просто так вставить. Я помню, что нам вот сюда надо идти. Вроде бы. Это долгий путь, блин, ну ладно, похер. Да, вот, и вот это комната персонала. Да, мы сделали охеренно большой крюк. Охеренно непонятно зачем. Ну ладно. Только мы сюда... Вот, комната... Общежитие ученых. Я должен найти путь в комнату отдыха ученых. Комната отдыха ученых в жилом комплексе. Охрана общежития. Душ. А, подожди, эта дверь, по-моему, закрыта была, нет? А, подожди, подводный... Стопэ. Подводный туннель. Блять, карту бы завезли сюда. Охрана общежития номер 2. Блять, ну тут вообще хрен что поймешь, что вообще дверей как бы нету. Подожди, а вот та деревянная дверь, это не то, что нам надо? Вот это, блядь, дверь без ручки, не? Ну, замечательно. Мало. Дверь без ручки. Вообще, что такое? Тоже забавно, ну ладно. Так. Смотри, в чем вопрос. Вопрос в том, что у меня есть подозрение, что это где-то... Ну вот это же, блядь, общежитие ученых, комната отдыха ученых, общежитие ученых, и одно и то же, блин. У меня есть подозрение, что... Что может быть, все-таки в научной лаборатории быть. В научной лаборатории может быть какие-то данные, которые мне нужны, ключ или само место. Просто я когда пытался подняться, он же мне говорил, типа... А, да, что-то, по-моему, взять можно, не? Он же мне говорит, типа, не надо станцию бурения, то есть через станцию бурения надо. Сюда я тоже прошел, и этот громила появился. Значит, как бы я правильно иду. Значит, все-таки, ну давай в душевую глянем, может, я что, душевой не увидел. Из этой комнаты должен быть путь в комнату отдыха ученых. Ну, все. Из душевой обязательно должен быть путь. Не знаю, в чем логика, но полезли. Как мне туда, блядь, залезть? А, вот оно. Блять, я в прошлый раз это не увидел. Ладно, все, вопрос решен, я все сделал правильно. Так, вот этот чувак очень хорошо лег, спрятав голову, ему подфартило. Еба, ты скромно сидишь. Не вставай. Я нашел лэптоп Камского. Хорошо. Подключись к порту USB и загрузи данные. Ладно. Как скажешь, бро. Передаю файл с данными об антидоте, шеф. Получил. Что дальше? Ничего, я отключаюсь. Не шути со мной, Хэнсон. Эй, ты сам сказал, что тебе нужен только антидот. Слушай, Хэнсон, немедленно возобнови передачу. Мне нужны все данные. В таком случае можешь прийти и забрать их сам. Кстати, это хорошо. Эй, предложение взорвать все к чертям еще в силе? Том, да, конечно. Отлично. Тогда говори, что делать. Я нашла немного взрывчатки, но этого недостаточно для обеих платформ. Ниже ватерлинии есть склад, на котором можно найти еще. Он заперт? Да, конечно. Но я передам тебе код, а также помечу места, где нужно будет установить заряды. Об этом месте я знаю все, в том числе и то, как его уничтожить. Это забавно. Нахера все данные ЦРУшнику, блядь, нахера они ему, я, ну понятно, блядь, что... Ух ты, блядь, Нет, это он сам так стреляет, я даже не испугался. Да он, ну, блядь, вот видно, что какие двери открываются, какие не открываются. Блядь, вот везде эти двери. Да, блядь, ну давай, ну калаш, ну работаешь, блядь. Он иногда нажимаешь, а он не стреляет. Как-то надо несколько раз нажать. Ну, это, наверное, консольное управление, просто вот в этом проблема. Собственно, вот в чем проблема обители зла и его этого управления? Игра-то сама по себе нормальная, но она была заточена вот это вот под геймпады. И опять же, потом мне рассказываете, что консоли не портят игры. Да ну, блядь, когда переделываешь управление под консоль, ломаешь все к чертовой батаре. И бабушки тоже. Да. Это я к чему? К тому, что тот же Halo Wars тоже... Блять, Halo Wars стратегия для консоли. Only консоль, эксклюзив для консоли. Это же дикость. Так, а я не помню. Хэнсон, код доступа 19012. Ты должен пройти через главный лифт лаборатории. Понял. Будь осторожнее. Ты тоже. Хорошо, хоть стали говорить, куда идти, а то мне вспоминать, куда... Блять, что ты тут еще такое? Иди нахер отсюда. Вот, и как бы... Все херово из-за консоли, поэтому мне сейчас играть на мышка-клаве сложно, но, блин. Подожди, через главный лифт в лаборатории. А, ну я сейчас иду в лабораторию, все правильно. Скорее всего, сейчас что-то в этом туннеле произойдет опять. Все-таки геймпад хуже мышкой клавы для... Бля, я вижу, там ползает. Для шутеров. Тут как бы вы мне не докажете, что она... Можно приловчиться стрелять с геймпада. Но... Мышка все равно будет резче. Точнее, это точнее. Это самое точное средство ввода. Я не знаю насчет этого. Знаешь, где колесо крутишь, как он называется? Блин. Ролл-маус или как-то так называется. Короче, мышка, где большое колесо, ты его крутишь. Не знаю, может быть, оно еще точнее, но пока нет. Так, ну давайте, вылазите. Вы уже мне не смешно. Куда мне идти-то? Я должен найти склад боеприпасов, доставить C4. А, ну вот эта дверь, по-моему, закрыта. А, да, вот, все. Открыто. Все, заходи, да, и не оборачивайся. Ну, целься, блин. Не целится, блядь, не стреляет. Попа боль одна. Какая большая комнатушка, блин. Тут босс-файт будет по-любому. По-любому. Я аккуратненько захожу. Смотрю по сторонам. Ничего не происходит. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Как мне зайти-то? Обратно. Внимание! Включена автоматическая система защиты. Повторяю, включена автоматическая система защиты. Что там так жестко ломает? Блять, они уже ко мне там хороводиком идут, блять. Блять, там что-то херня вылупилась, блять, нахер иди. Пам-пам-пам-пам. Самое опасное там сейчас что? Да блин! Это не я психанул, опять же. Если он дает длинную очередь, это сразу, это не я. У меня сразу есть отмазка. Так, где там накачанный друг наш ходит? Я знаю, ты там. Где ты там, блядь, ходишь? Что, он что, выпилился, что ли? А вот самоубился, ничего себе. Ладно. Ну и так тебе и надо. Так, а мы под водой, да, судя по тому, что это дно. Мы под водой. Ладно, так. Мне кажется, там вообще на нас двоих, наверное, сразу кинут этих ребят в колбах. А на босс-файт я не знаю, что будет. На аренке. Не босс-файт, ладно, пусть будет аренка. Ну вот, ну что это? Что это за текстуры? Ну что это? Ну что это? Ну посмотри, они вообще в темноте не работают. Ужас, ужас. Кто так дизайн уровней делает? Ну кто? Говорит мой один приятель. Пам. Ха! Только... Что? А я это... Блять, ладно, я отойду. Блять, у меня вопрос, зачем я это сделал, блядь. А они там были до этого? Или типа я включил сейчас подсветочку? Давай. А, ну, хоть что-то их взрывает. И на том спасибо. Открыто. Ёпту, ёпту, блядь. Ёпту, блядь. Я понял, если я тут взрываюсь один раз, взрываются все. Подожди, а куда залез? Ну я пополз, ладно. Бля, если только эта херня появится, мне кирдык. Даже эта мелочь, она же прыгает. Блядь. Как? Зачем они так заминировали склад? Кто-нибудь не может объяснить? А, ну мы нашли взрывчатку, это неплохо. Так, парень, не шатайся. Тут вообще нельзя стрелять, но я ради тебя готов даже на это. Так, взрывчатка. Заряды С4. С4, С4. Блять! Блять, откуда вы здесь? Ой, я зря это сделал, ну ладно. Блять. Ладно, я понял, здесь нельзя стрелять. Окей, окей, я понял. Погиб в бою. Блин, под эту надпись реально хочется честь отдавать. Да, насколько это далеко, блин. Это из лаборатории, когда я вышел. Ой, блядь. О. Ладно. Мои эксперименты это... Ой, блядь. Можно его раздавить по-братски? Кстати, он... Будешь смеяться, но вот эта херня маленькая, она, по-моему, одна из самых опасных. Хотя, просто она присасывается и постоянно тебя дамажит. А вот это, остальные ребята, они просто пока до тебя дойдут. Ну, когда, кстати, обычно зубаки подходят, они тебя быстро секачом рубят, прям... Заперто. Прекрасно заперто, потому что мы ехали на лифте, идиот. Поэтому заперто. Пам, пам. Подожди, куда нам идти? Подожди, я вот что-то уже забыл. А, мы сейчас заходим на лифте, потом в этот... В убежище, а убежище такое припасов. Там, блядь, две комнаты, блин, далеко. Ну ничего, ничего, ладно. Ладно, собрались, собрались. Мы это... Бывает, бывает, совсем бывает. Открыто. Блин, а как с ней драться? Я все равно не могу понять, как с ней драться-то, с этой невидимой хероборой там. Где-то здесь, мне кажется, закладка нужна. Ну, не знаю, что-то здесь будет. Ну, слишком, ну, блин, тут сделали просто коридор. Ну, нет же, тут, блядь, огромная арена. Так, ну, эту комнату сейчас быстро зачищу. Столкняется, что я стою, мне рассказывают, что происходит в комнате. А они идут, блядь. А они, блядь, идут. Причем вообще не стесняюсь, они просто идут. Я понимаю, что они далеко, но, блядь, ну, сам факт того, что это, блядь, неравное положение. Я понимаю, что они как бы не бежали, да, блядь, еще побежал ты, блин, на меня. Что ты, блядь, вылупилась? Ну вот, в этот раз он не умер, блядь. Охуенно. А, нет, по-моему, все. Все, он всю руку оторвал. Патроны вернул, нормально. Ну все, чики-брики, чё? Или там из него это вылупилась херобора и... Где он там? Вон она вылупилась. Ты что, блядь, там? двери открыты. Ну, тут понятно, что тут куча вентилей и все, но мы на легком играем, нам тут особо это не надо. Вот сейчас заодно и посмотрим, что там с этими С4 на входе. Блин, как же его убить, бля, еще у меня дробовик там реально вообще бесполезен. Я там, если шмальну... Они здесь просто, наверное... Ну да, я понял. Такие они там есть, но мы лучи не видим. Только не понимаю, почему уничтожение электрощитка дает нам видимость. Открыто. Видимость красных лучей. Блин, с калаша тоже стрелять проблемно. Здесь можно, блин, только с пистолета, наверное. Че у меня, все? Все остальное оружие как бы очень большой разброс имеет и... Может вообще в рукопашку с ней драться, но в рукопашку она меня разберет. Это невидимая амфибия. Блин, ну конечно... Может выстрелить и уйти из комнаты, но... Блин. Кстати, а их двигать можно? Или не все? Подожди, стопэ. А что если мы сейчас просто... Не, ну это, конечно, долгая схема, но если их все... А, ну вот это, допустим, если их все отсюда отодвинуть нахер. Или, может, как бы их хотя бы по бокам раздвинуть, чтобы... А ладно, это какая-то геморная идея. Я постараюсь очень аккуратно, но мне тоже впадло бежать столько обратно. Ну, оттуда теперь сюда. Заряды C4. Он топает. А я думаю, что за капли, а этот топает этой херни. А, блядь! Блядь! Зараза! Я говорил тебе про голимое управление, я тебе говорил. Черт, подери, блин. Есть идеи? Какие есть идеи? Нужны идеи. Закройся, блин. А, так ее можно давить, все. На, блядь, все, иди нахер. Как ее уничтожить? Ты, блядь. Сука, она взяла, прыгнула вот в момент выстрела. В момент выстрела. Прекрасно. Прекрасно, дверь закрыта. Открывай дверь, блядь, и засунь голову туда. Что у меня есть? У меня есть... Блядь, да у меня все херовое, там ничего не подойдет, блин, ничего не подойдет. Еще автомат, блядь, вот против этих тварей с трудом автомат помогает, но, блин. Бля, что такое сохранение далекое на таком тупом моменте, блин. Мне хотя бы дали на сохранение в эту комнату, я не... У меня нет слов, нет слов, просто нет. Блять, давай я, знаешь, что сделаю? Не, я не знаю. У меня есть идея, может, убежать оттуда тупо. Ну это по-крысячному как-то. Ну, не по-пацански, да, не по-пацански. Не знаю. Надо с пистолета аккуратно. Может, с приклада его. Давай с приклада его бить. Ну, а что делать? Ну, с приклада такая. Бля, как иначе? Ну да, вау, смотри, сколько их на этой карте, они у меня увидели, нихера себе. Кстати, я как понял, под фонариком они это... Отдыхай. Иногда он херенно стреляет, он в основной массе, он, блядь, стреляет очень херово. Вот, и с третьего раза он до меня не доходит. То есть, ну, доходит, точнее. Ой, бля, скоро дождусь, что они меня начнут... Так, подожди, с него эта херня выпала. Да вот тут. Я уже как бы тут на спринте бегу, я знаю, что и как делать, но... Ну как... Я постараюсь, конечно, ну, блин, может бочки отодвинуть реально, чтобы можно было так в него стрелять, хотя бы вот, ну, бля, еще с этим прицеп, сказал такой, целься лучше, корявый ублюдок, со своим, бля, что голову пусти, со своим прицелом не можешь справиться, ну, а что, блин, сейчас это... Что? Можно по, ну, а вентиль с горячим паром подожжет бочку или нет, я не знаю, тут он вообще есть, тут... Ну это гениально, блин, ребят, ну вам надо, блядь, дать просто игровой Оскар за этот Game Awards, за этот уровень. Готи. Вот эта бочка взорвалась, да, в прошлый раз? Короче, я ее отодвигаю нахер. Потому что она, по-моему, дальше определенного этого не отодвигается. Или отодвигает. Не, они чуть-чуть отодвигаются. Очень странно, очень странно. Почему их чуть-чуть можно отодвинуть, а сильно нельзя? Что за привязка, блин, к локации? Ну, блин, я не знаю, как тут стрелять. Ну вот, более-менее, смотри, я не знаю. Как бы я, блин, ну тут если я как-нибудь вот так встану, и так, два ракурса для меня, я не знаю, как, два радиуса, две зоны для стрельбы. Вот это тварь. А только сразу отойти так, чтобы... Бля, она еще бочки двигает? Да, блядь, да, она тебе по ногам. Куда ты побежала, блядь? Что ты бочки, блядь, двигаешь? На, блядь, только отскочи мне, блядь. Тварина, блядь, тупорила. На, блядь. Давай там еще одну мне сделай. Или, кстати, а она что, ниже, что ли? Кстати, я бы тут одну C4 оставил, чтобы тут рвануло все, так, будь здоров. В подводном тоннеле. Мне далеко бежать. И сохранение! И-ха! Да, гениально. Блядь, гениально. Ладно, на этом пока все. Продолжим минировать эту нефтяную вышку в дальнейших выпусках. Ссылка на плейлист прохождения внизу в описании ты найдешь. Там же есть и другие видосики, другие плейлисты. Есть, может, даже что-то интересное. Нет, уже есть парочку интересных видосов. Я думаю, я буду пополнять как можно быстрее коллекцию с интересненькими видосиками. Да, подписывайся на канал, подписывайся на паблик, можешь поставить лайк, прокомментировать, мне будет очень приятно, обязательно прочту, посмотрю, мне поможет это улучшить видео, скажи, что понравилось, что не понравилось, вообще, вот это вообще сам будет самое главное, просто скажешь, я буду от души в восторге, тебе благодарен. Увидимся в следующих видео, всего хорошего, до встречи, пошел снимать дальше, покеда!